Всем привет, мы сегодня в Добрынинском, и наконец-то здесь засветится зона, которая все года была темная. Мы с Денисом Гаврилиным вышли на место. До этого мы опросили жителей, прошли с ними по территории. Они показали, какими зонами пользуются больше всего. И, в общем, выделили три места, где мы установим наши новые светильники на солнечных панелях. Солнечных панелях, правильно? Правильно, все правильно. На солнечных панелях, потому что в этом районе технически нет вообще возможности подключиться к каким-либо электросетям. Но свет, естественно, людям нужен. Поэтому вот такая альтернатива. Ну и вообще это красиво. Мы движемся к какому-то... Это современно. Да, это современно. Ну, результат будет виден. Единственное, чего мы опасаемся, это наши извечные проблемы. Вандализм и воровство. Поэтому жители Добрынинского квартала, у которых наконец-то здесь будет светло, берут на себя эту охранную функцию. Это вот первое место. Такой перекресточек, вот это основной путь, вот здесь как-то будет освещать. Мы смотрим так, чтобы не мешало людям свет, не бил в окна, но при этом, чтобы солнышко светило, потому что солнечные панели этого требуют. Это будет второе место, будет светить на вот эти скамеечки и вот на вот эту вот зону площадки. Фонари здесь такие, светят не на 180 градусов, там условно на каких-нибудь 120 может, такой направленный свет. Поэтому мы еще будем выбирать само направление, куда он должен светить. Вот так это выглядит. С этой стороны два пути сходятся, площадка и места для посиделок. Эту зону надо осветить, конечно. И идем дальше. Третий наш фонарь будет установлен вон там, где урна. Ну и вот третья зона, планируемая под освещение. Опять же, сходятся два пути, какая-то площадка, магазин. И здесь часто ходят люди. В общем, здесь тоже будет новый светильник. Все, Денис, вся надежда на тебя. Весь Добрынинский квартал скрестил пальчики и ждет, когда ты им реализуешь свет. Ребята, Денису огромное спасибо. Свет скоро будет. До 9 числа у владельца недостроя срок, чтобы здесь заварили проем. До 9 сентября. Потом без всяких сантиментов выписываем протокол и штраф.